Главный человек в любом бизнесе – клиент. Цена его привлечения растет и окупается только на третьем-четвертом заказе. Как же увеличить срок жизни клиента и количество его покупок? Клиентосбережение – лайфхак номер 6. Итак, сделка выиграна. Sales подсчитывает бонусы, а CRM уже готовится продавать снова. Она предлагает повторно пройти по сценарию продаж. Допустим, клиент купил зимние шины. Приходит летний сезон, и система создаст точно такую же сделку и напомнит менеджеру связаться с клиентом. Или отправит автоматическое письмо с предложением переобуться. CRM сама будет выставлять клиенту регулярные счета, если по договору предусмотрена абонентская плата. Покупатель, который пришел во второй, третий раз, заслуживает особенного внимания. CRM позволит просмотреть повторные продажи отдельно от первичных и узнать, по каким каналам они совершались. Анализ повторных обращений поможет понять, чем клиенты, которые вернулись, отличаются от остальных, и как продлить этот союз. И тогда они придут еще не раз.